В ночь на воскресенье в центральном районе города в результате столкновения двух автомобилей 4 человека получили травмы различной степени тяжести. В первую очередь медики забрали в больницу 27-летнего водителя Subaru Impreza и двух его пассажиров. Уже после отъезда машин скорой помощи на месте ДТП произошла драка. Она вспыхнула между двумя мужчинами из разных компаний. Спор о том, кто из участников ДТП виновен в случившемся, быстро перерос в потасовку, а разнимать оппонентов пришлось сотрудникам ДПС. Чтобы определить автора столкновения, полицейские просмотрели записи камер «Безопасный город». Судя по ним, правила нарушил 18-летний юноша, ехавший за рулем «Мерседеса». Молодой человек, катавшийся по городу с девушкой, двигался по улице Муравьева-Амурского со стороны Комсомольской площади. Ошибку автолюбитель допустил на перекрестке с улицей Комсомольской, когда сворачивал налево. Маневр он совершил на зеленый сигнал светофора, не пропустив встречную иномарку. Виновник аварии обвинял оппонента в превышении скоростного лимита. По его словам, выходило, что сидевший за рулем Subaru ехал под 100 км в час. Удар был такой силы, что Мерседес отшвырнуло на тротуар, настоящий там дорожный знак. Восстановлению иномарка не подлежит. По данным автоинспекторов, сидевший за рулем немецкого автомобиля юноша получил в аварии не слишком серьезные травмы, как и водитель Subaru. А вот у пассажиров Impreza повреждения солидные. У 25-летнего хабаровчанина врачи диагностировали перелом плеча и травму коленного сустава. Его приятель серьезно травмировал ногу. Оппоненты тест на трезвость прошли без компромата. С документами у них проблем не возникло. С места происшествия Михаил Сергеев и Андрей Алферов.